Сегодня в серии. Мы с Данькой отправимся на охоту за Бигфутом. Ставлю капкан и на него кладу мясо. Мы пойдем на болото, где нас будет ждать, а мы... А, бля! Ёб твою! Ёпаш мать! Это... Встретим Бигфута. Это... Там рядом с болотом. Вот он идет, смотри, чуваки. То есть кек идет. О, вот он! О, ёб твою мать! Беги, беги за ним. Вот он. О, у него зеленая кровь какая-то. Да. А также мы сломаем игру, как и в любой игре, в которую мы с Данькой играли. Фигач, фигач, давай, понимаешь? Давай, давай, давай. Стреляй, стреляй, стреляй. Почему мы всегда игры ломаем, Даня? Приятного вам просмотра. Надеюсь, вы поставите лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится данное видео. Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами я, Нейзи и полковник Кастрюля. И да, это не рейк. Это не рейк. Это совсем другая игра, но... Я разговаривал с разработчиками, и они сказали, что взяли идею с рейка. Как вы видите, нас двое. И мы сегодня будем охотиться на Бигфута, на вот эту вот макаку здоровенную. Так, вот. Это хуйню. Да, это полковник Кастрюля с нами. И все по традиции, фонарик. Так, давайте я возьму ружье. Давай смотримся. Вот, бери, бери капканчики тут вот. Так, капканчики, это наше любимое. Да. Так, возьми камеру ночного видения и... Одну, возьми последнюю батарейку. Я не могу. Смотри, ну, ладно, камеру ночного видения на правую кнопку надо юзать. Да, на правую кнопку. Так, теперь я беру ружье вот здесь вот. Так потом... И где патроны? Стой. Где патроны лежат? А, вы взять амуницию. Вот, бери амуницию. Сейчас, подожди. Так, амуницию возьму. Ты мне амуницию оставил? Да. Оставил. Все, на двоечку можешь ружьишко взять и там... Да, я знаю. Смотри. Сейчас, заряди, заряди, заряди. Возьми с собой... Мясо. Я возьму с собой два... Ой, три миска. А, стоп. Все, и бери остальное. Все, так. Собственно, вот, смотрите, ну, какая графика красивая стала. Вот. То есть все довольно-таки классно так стало. Да. Вот, это смотри, рейк, тут, грубо говоря, тут сигнальные пистолеты лежат. Это вот, на случай, давай, если мы потеряемся, бери тоже. Да, давай. Вот. Тут цепи, чтобы, я не знаю, ими можно как-то... Возьми пулю-датчик. А, да, пулю-датчик, еще их можно в ружье заряжать. Да, только как, навряд ли мы еще поймем. На Z надо, на Z жми и заряжай, на R. А пуль, это когда ты... А, все, понял. Пуля это просто выстрел из дроби. Так, я и понял. Сейчас мы пойдем расставлять ловушки для нашего... А мы камеры не взяли. Да. Лучше, нет, я взял. Да, я не взял камеры. Да, надо будет ставить. Так, смотри, покажу сейчас карту и прочее. То есть мы сейчас все расставим и потом продолжим запись где-нибудь попозже, потому что время тут очень долго идет. Да. Так, смотрите, народ, давайте одну камеру я воткну сюда, вот, чтобы смотреть за лагерем из самого трейлера. Так, и срываю еще ветки, Данька. Ветки зачем? А чтобы капканы маскировать. А-а-а. Так, пошли, пошли, Данька. Пойдем. Так, одну камеру мы установили у лагеря. Так, идем дальше, и сейчас будем ставить камеры. О, смотри, там олень. Олень, олень, да. Так, вот вторую камеру давай поставим где-нибудь вот здесь. И рядом с ним поставим капкан и мясо. Мясо? Да, смотри. Ставлю капкан и на него кладу мясо. А замаскировать? Сейчас, погоди. Сначала мясо кладем. Так. Положил. И замаскировать на буковку В. Вот. Ага. Тогда Бигфут, кстати, не попадается на капкан два раза. То есть он такой один раз попадется, а второй не попадется. Ну, умный Бигфут. Да. Смотри, после каждого попадания в капкан приходится его переставлять заново. Капкан. А-а-а, так, понял. Давай поставим еще одну камеру вот у вот этой таблички. Ты че? О-о-о! Твою мать! Твою мать! Что это? Фу. Даня. Знаешь, это знаешь, это не в рейке, когда да, дерево. Да, это не в рейке, просто звуки, да? Да, да, а тут уже тут прям блин, реально дерево. Мне нравится эта игра, Данька. Да. Слушай, мне кажется, этот кек на нас сбросил его. Наверное. А только он убежал сразу как-то. Ну да. Так, сейчас мы покажем карту, так как я особо у карты тоже не ходил. Так, давай еще одну камеру воткнем у вот этой таблички. И поставим здесь. Да не, просто пускай тут камера стоит. Будем наблюдать за вот этим деревом. Наверное, посмотрите. Кек такой будет пробегать и скажет, господи, что за дебил, вещь. Я вообще не хочу. Он на камеры, кстати, не реагирует. Да? Да. Пошли дальше раст... А, у меня камеры закончились. То есть, теперь если в рейке он сбрасывал камеры... Да, то тут нет. Не знаю, наверное, реагирует. Просто у меня ни разу не сносил. С, нажми букву С. Вот. И куда ставить? Смотри, смотри, сейчас покажу, куда ставить. Ставь вот сюда вот одну камеру, вот сюда вот.
Вот сюда вот. Да-да-да. Так, и смотри, давай поставим тут снова... А, нет, смотри, да, пускай одна тут стоит. Вот сюда поставить. А другую вот сюда ставь, на мостик да. куда-нибудь. Да-да-да. А я ее навряд ли могу здесь, если не могу поставить. А, ну фиг с ним, окей. Давай тут вот сюда могу поставить. Давай сюда поставлю, вот здесь, вот смотри, вот сюда на берег. А, давай, вот. Давай, чтобы на болото вот было. Тут. А в воде да. можно ставить? В воде... Нет, нельзя, в воде нельзя. Окей. Так, ну что, в принципе, мы поставили. Так, и давай здесь поставим капкан еще один. И мясо давай. На него положим. Икс. У тебя мясо есть? Мясо, да, и маскирую капкан. А, мне еще ветку сорвать надо. Так, сорвал давай ветку. Давай я сам замаскирую. Давай. Все, я замаскировал. Пошли. Так, дальше расставим еще несколько камер и будем тогда да. уже будем с вами сворачивать в сам трейлер и там уже... А мне интересно, как работает датчик? Ну, я сам не знаю, кстати. Ух ты, смотри, Даня, вот это ух, вот на самом деле красиво. Да. Давай это где-нибудь здесь тоже воткнем камеру. Не, надо дальше пройти по болоту. Угу. Потому что надо найти логово самого Кека, так сказать. Да, Кека, логово. На Кью, кстати, карту можно называть. Да, и на тап... А, подожди. А, да, на Q. Так, и, значит, давай... О! Ох, ёб твою! Ого! Фига, вы слышали? Это Кек. Это Кек заорал, да? Ну... Окей, так, тут пока что расставили, пошли вверх по водопаду, я хочу посмотреть, что там. Пойдем. Там по карте какой-то еще один мост, я вижу по карте. Ну, давай. Я... Что-то не хочу с ним уже встречаться, знаешь. Ага, знаешь, Данька, я вчера играл просто вот, ознакомлился, да? И мне уже стрёмно было именно с ним самим. То есть я боялся из трейлера выйти. У нас сегодня двое, поэтому, думаю, вдвоем не так страшно. Я когда смотрел трейлер игры, он не совсем красивый. Не, знаешь, анимация вообще отличная, говорит. Да, но он ужасный по виду. Он такой стрёмный. Стрёмный, имею в виду. Ой-ой-ой-ой-ой. Как я его тут... пугаюсь. Так, мне пошли... кажется, что Кек, он где-то у воды может жить. Вот надо найти его логово. Наверное, тут есть логово, как в Рейке. Ну, я думаю, да, вполне логично. То есть сейчас мы разработчики одни те же. Посмотрим, где его логово будет здесь. Может, найдем вот у водопада где-нибудь. Угу. О, смотри. Мост как бы по такой. Легендам, йети живут там, где в скалистом районе каком-нибудь. Ну, тут все огорожено забором, поэтому... Ну, да. Ладно, думаю, давай, Данька, где-нибудь поставим вот здесь вот камеру. А, не, не мы здесь. Можем дальше пройти вот здесь. Да, давай там. Просто вот у меня стамина... Тут всё огорожено. Стамина закончилась. Давай поставь вот где-нибудь на вот этом... Высоте на вот этой камере. Так, сейчас. В камень нельзя вот, к сожалению. Пошли тогда вот... С физикой здесь. Физика как. Здесь, да, молодцы. Сделали. Есть то, что в камень воткнуть нельзя, а вот в землю можно. Вот, вот давай вот сюда поставишь, где, ща, вот тут где... Сейчас посмотрим. Не, чтобы не мешало, короче, камере обзор. Да, то, да, да. Да давай, беги, тут беги. Мне всем мешает. Вот здесь, во, смотри, да. А, нет. Не-не-не, там не мешает камень обзор. Вот здесь, смотри, иди сюда. Куда? Где-нибудь вот здесь поставь камеру. Где там? Не-не-не-не, я не знаю. Ладно, пошли пока что в этот. О, побежим смотри. Пока. О-о-о. Это он уже скинул, что ли? Я не знаю. Не, навряд ли. Не, это само дерево, наверное, покосилось. Ладно. Короче, народ, эту камеру пока что оставим про запас, да? А сейчас да, мы поставим да. паузу, добежим до трейлера и будем уже оттуда смотреть, как это что да. у нас будет. Так что давайте. Так, вот, народ, мы решили здесь вот поставить камеру, вот на вот этом вот, таком перекрестке. Давай, Данька, ставь. О, уже темнеет. Давай. Да, темнеет уже. Ставлю тут капкан один и кладу на него мясо. И маскирую. Все, пошли. Да. Ну вот, собственно, сейчас мы ставим снова паузу и идем уже в сам лагерь. Вот. Да. Так, народ, собственно, мы прибежали уже в этот трейлер наш, и надо зайти посмотреть, как там будет. Так, да, заходи. И на улице уже закрывай, темнеет. Закрывай дверь. И сейчас... Да, чтоб кепка не пробрался. Смотри, тут есть такая вот кнопочка, она включает вот здесь фонарики, вот такие вот. Выключай. И мы ночью будем вот так сидеть. То есть мы выключим вот здесь свет, чтобы он нас не палил. Вот. А тут, подожди, вот этот свет не выключается? А этот свет не выключается, это специально. И смотрите, тут можно открывать еще также окна, чтобы глядеть за Кеком и чтобы стрелять по нему. Ну, он, кстати, он может нападать на сам трейлер. Так, давайте посмотрим уже камеры, наконец-таки. Угу. Так, то есть камеры их можно приближать на колесико мыши, чтобы переключаться между камерами, там двоечку надо нажимать. Так, вот я уже капкан вижу. Так, третья камера следит за упавшим деревом. Так, четвертая камера на болоте, тоже там капкан виден.
с мясом вроде. А в чем прикол? Можно еще следить за камерами не только в компьютере. Это, кстати, удобно. В смысле? Это, ну смотри, вот ты за компом, а я не могу его юзать. Но я могу смотреть по монитору. А, да, по мониторам тоже можно. Только по мониторам это FPS меньше на камерах. Ну, ничего страшного. Это даже реалистичнее. Кстати, тут можно находить также бегать дождь. Туристов. Да, дождь. Первую ночь дождь начинается. Да. Угу. Тех, наверное, забежал домой, потому что ему холодно. Не, он еще будет ходить охотиться. Так, Даня. А. Вот смотри, у тебя видишь... Я кека вижу. Где? Кека вижу, камера 6. Смотри, камера 6. Бегом, используй камеру. Вижу, вижу, вижу. Так. Кек. Он побежал. Так, камера 5. Камера 4. Данька, ты можешь мониторить, да, камерой так? Да. Вон бежит, видишь, не, на четвертый. Я не могу... Четвертая камера, посмотри. Сейчас. Точно, кек. Покажи. Кек, давай. Вот он. Вон он бежит. А так. Где он именно? Это где он? Это там рядом с болотом. Вот он идет, смотри, чуваки. То есть кек идет. Так, ну-ка, третья камера. Мы сейчас... Смотри, сейчас поваленное дерево. Сейчас. О, вижу, четвертая камера, он прошел. Да, а ты погоди. Четвертая камера, посмотри, справа он там. Покажи. Четвертая камера. Кек уходит. Да. Что страшно. Справа. А он ушел. Так, третья камера. Что-то не вижу. Вот он. Третья камера, прям вблизи, смотри. Смотри, давай. Он в ветках. Вижу. Он завис в анимации, кстати. Покажи. У него анимации нет, он двигается. Ну как? А, да, он завис. Застрял. Стой, может, побежали к нему, посмотрим? Блин, а где это? Это там, где поваленное дерево, побежали, быстро. Бежим. Давай посмотрим на него. Давай. Сейчас поохотимся, как бы. Ё-моё, у меня зависло надпись «Использовать ПК», погоди. Зависло надпись. Да, «Использовать ПК». Всё. Погоди, нет, не отвисло. Странно, а чё у меня за фигня? У меня написано «Использовать ПК». Ну, я понял. Блин, фигово на самом деле. Стой, может... Да я ща... Погоди, что-нибудь сделаю? Например. Давай пока на паузу ты решишь проблемку, мы вернемся. Погоди. Ну ладно, давай. Так, все, чуваки, я решил проблему, только я перезашел, у меня теперь пропали все вещи, но я буду бегать с сигнальными ракетами. Да. Я буду по нему стрелять с сигнальных ракет. Так, ну ладно. Я тогда буду. Вот, что делать. Так, побежали. Где наш дорогой? Я не знаю, где это дерево было, на самом деле. Смотри. Вон оно, видишь? Ночное зрение вообще четко. Да, на правую кнопку мыши. Да, оно вообще очень сильно помогает, на самом деле. Вот это как раз таки то, чего не хватало. Даже фонарь так не помогает, как оно. Да. Ну, естественно. Не, в этом... В игре Рейк было ночное зрение на бинокле, но оно было такое постное. Угу. Ты так смотришь через него. И ты тоже так смотришь, странно. Так. Ладно, давай пойдем искать туристов сейчас. Давай. Сдохших. Так, Q прожимай. Так, давай пойдем на болото, потому что мы там не были. Там можно запастись оружкой. Стой, так, я тебя потерял. Я вот, слева. Как всегда. Слева. Ага. Так, я сейчас буду бегать пока что без ночного видения, чтобы батарею не тратить особо. А, тут еще батареи же тратить. Да, видишь внизу справа батарею? Да, вижу. То, что я не буду бегать так, а то тратить как-то. Фонарик вроде он бесконечный, вроде как. Так. И, блин, на самом деле атмосферка такая давит немного. Ну да. Ой. Чё? А еще дождь. Гроза еще. Да. Так, я думаю, кек сейчас где-то на болоте. Ой-ой, жабы. Родной, да? Да. Звук с Рейком еще, помним? Да. Так, ну пойдем по болоту. Зеленое что-то стало резко все. По легендам, вроде именно Бигфут, он живет такой в лесной местности, а в лесной местности есть много болот. Ну да. А значит, любит болото. Значит, он приспособлен к похождению, быстрому прохождению по болоту. А мы... А, бля! Твою! Ёпаш мать! Это... Блять, в дерево ударил. Я реально обосрался. Ёпта.
Ебануться. Сука, разработчик. Не, ну это четко. Да. Нет, согласись. Это офигенно. Бля, ну так еще горит. Да, ну давай после того, посмотрим, как дерево попадает, оно всегда такое. Ема, я, конечно, обкекался. Я думал, что случилось? О, я дернулся, если честно. Смотри, тут есть такая вышка еще, можно на ней. Еще так громко. Так, вот этот дом, который я хотел показать. Ага. О, вот, ружье. Блять, блять, где он? Так, где этот? Я понятия не имею. Так, я капкан возьму. Бери капкан, Это какой-то дом. Я понятия не имею, где еще. Так, но я зато нашел оружие хоть какое-то. Ну да. Потому что я вылетел, ну не вылетел, перезашел. Так, Данька. Я не знаю, что у нас с этим. Я ищу кека. Нам, видимо, придется снова идти через болото. Ну ладно, давай. Давай. Надеюсь, не будет того, что снова в дерево попадет. Ну да. Хотя оно потухло уже. Да-да-да, я заметил тоже. Данька. И когда идешь по болоту, звук классный. Смотри. Нажми на ночное зрение и наверх смотри на небо. И чё? Смотри, видишь, оно так начинает гореть звезды. Ага. Красиво. О! О, он попал в капкан. Твою мать! Где ты там? Да. Пошли-ка к нему. Господи, как я, короче, нет, смотрел по Animal Planet, по программу, да? Называется так же, как и игра. Fighting. Давай я в него датчик. Пульну, если найду. Давай ты датчиком будешь нес сфигачить. Давай, я поменял на датчик. Давай. Зарядил датчик. Него датчик выставил. Так, думаю, надо сейчас проверить. А мне кажется, он в капкан попал. Ну. Раз хп у него убавилось. Ну, не ёбнулся же откуда-нибудь. Ну, да. Именно попал в капкан, да. Как? Вот я слышал его где-то с этой стороны. Ну да, где-то здесь. А где у нас здесь капкан? Давай посмотрим. Стоп, вот. Вот. Таня, тихо. Чё? Выключай фонарь. Вон, видишь, что там капкан? Впереди капканы? Ну да. О, вот он! О, ёб твою мать! Беги за ним. Вот он. О. У него зелёная кровь какая-то. Да. Попал в него вроде как, датчик. Да. Нет, не попал. Попал. Датчиком? Не датчиком, пулей. Где он? Он там бежал. Смотри, ё, у него какая-то мать. Зеленая кровь, чё за... Да, как кековская. Побежали. Побежали за ним. О. Вот, чуваки, мы показали вам Бигфута. Странно, что-то он не орал, когда мы... Да, и не напал, кстати. Ну, мне кажется, блядь, тебя выстрелили дроби какой-то, ты будешь нападать? Это же не Рейкс-убийца, в которого стреляешь, он это не подойдет. Ну да, это Рейк у нас только. Да я не могу залезть почему-то, а вот. Так, надо думать. Ой. Только он в какую-то, вот в эту сторону убежал. У меня хп убавилось, случайно. А чего? Теперь упал? Я упал, да. Только мне бы тебя найти сейчас. Я на скале. Да спускайся вниз, а все, вижу тебя, вот я. Ой-ой-ой. Сейчас. Я чуть не свалился. Как вот ты... я здесь. Ёпта, ты чё так не пугай? Это я дал сигнал, где я. Мне кажется, теперь Кек убежит. Я думаю, надо... Будь здоров. Так, вот где я, смотри. О, господи, я рядом с тобой что-то запустил-то. Ну я потому что не вижу тебя. Иди сюда прям. О, блядь. Ты лысый из Бразерс, не пугай меня. Ой, господи. Так, побежали. Блин, я датчик выстрелил, походу, датчик. Да нет, заряжен у меня датчик. Нет, датчик заряжен. Побежали сейчас к лагерю. Печально, что датчиком не попал я, на самом деле. Да, я все пули в него всадил. У меня сейчас нет патронов вообще. То есть мне придется бегать сейчас с плеерганом. Кстати, можно интерес поджечь Бигфута? Я думаю, что да, наверное. Ну давай попробуем, потому что, блин. Надо еще все капканы переставить. Да. По крайней мере, тут крайний точно нужно представить. Вот тут его кровь, кека. Зеленая такая яркая. Да. Ну, кстати, непонятно, почему кровь зеленая, ведь все-таки Бигфут это же как-то человекоподобный. Правильно? Смотри, вот, видишь, он здесь попал, капкан. Да. Так, давай камеру я переставлю куда-нибудь в другое место. Давай. Например, на дорожку и поставим там капкан. У тебя есть мясо еще?
Угу. Отлично. Три мяса. Три. Ты что, вообще не использовал? Нет. Так, давай поставим вот сюда, смотри. Вот здесь вот кинем. Я кину капкан вот здесь. Замаскирую его. Вот, давай. Давай, прямо на него тыкай. Вот. Отлично. Побежали дальше. Тут прям под камерой стоит. Угу. Нам, кстати, еще надо найти туристов мертвых. Четыре мертвых туриста, которые пропали в этом лесу. Mm-hmm. И интересно. По возможности надо поймать еще вот этого кека. Кека. Так, ну давай пойдем куда-нибудь. Вот туда. Ну, вот. Я надеюсь, мы найдем его. Кека? Да, и убьем. Да, как бы рейд. Ну, по крайней мере, должны попытаться. Угу. Потому что помнишь, первый раз мы когда играли в него, то они. Мы сразу же убили, да? Смотри-ка, там я по карте вижу впереди. Какое-то здание, ну не здание, что-то типа того. Ладно, мы поставим еще на паузу, и когда прибежим, да. Продолжим. Да. Так, чуваки, мы пришли к какому-то месту, называется Джаспер Нейшнл Парк. Национальный парк Джаспера. А, это, наверное, вход. Мне кажется, да, это вход. Это так, мы смотри, так как мы парк. Те, кто решили отозваться и пойти по, собственно, по этому парку национальному, то... Значит, давай будем как Шерлок Холмс. Смотри, когда мы заходим в парк, да, то мы, по идее, вот так вот идем вот вперед по той тропинке. Да. Так вот, давай попробуем пойти. Может, где-нибудь тут и найдем останки. Возможно. Останки людей. Так, не, мы не туда пошли, по той тропинке. Вот. О, смотри, олень. Можешь с него датчиком хуйнуть? Давай. Только где он? Он убежал. Ну ты медленный, Данька. Ну, просто, знаешь, я не хочу стрелять на обум. Ты сразу датчик заряди. Хорошенько. Да, он заряжен уже. Так, давай куда-нибудь вот сюда пойдем. Посмотрим, какая карта здесь. Угу. Вот. Карта очень большая. Угу. Так, значит, справа у нас там лагерь где-то. Да, справа лагерь прям. То есть мы еще к нему даже выйдем. Угу. Карта, не, ну она не такая уж и большая, но такая. Так, кек, ой, где-то спит. Кек спит, наверное. Как думаешь, кек спит? Не, кек не спит, еще он охотится ночью. Он утром спит. А, точно. Интересно, а его можно сонно найти? Ну, спящим. А, возможно, кстати, я не отрицаю. И еще... с цепями смотать, да? Да, что-нибудь такое, кстати, неплохо. Кстати, я интересно, думаю... если тут оленя убить, то можно оленя мясо добыть? Вот это мне интересно. Я думаю, что... То по-моему, нет, это будет считаться браконьерством, не? Да, и у тебя нет ничего такого, чего можно мясо бы разделать. Ну да, это ружьё. Не пистолетом же ты будешь разделывать, капканом, или там камерой. Блядь. Капканом откусывать по кусочку, да? Так, вон, собственно, наш лагерь. Так, мне надо пополнить батарею, а то у меня уже на этом режим садится. Ну, кстати, кек такой неприятный парень. Да. У него зеленые глазки. Да, кстати. Светящиеся. Красивые. Так, давай. Давай за камерой последим пока что. Давай. Не попался ли он там на них? Я думаю, что нет. Так. На какие камеры? Во. Пятую камеру? Нет. Так. О, олень на камере попался надо. Да? Да. Так, пятая камера. Ну-ка. Так, секундочку, Данька, сейчас дам тебе доступ. Ух, ёпашь мать. Чё? Он на орать начал. Не слышишь? Слышу. Тут какой-то олень мертвый лежит. Мертвый? Мы же не убивали никого. Тут мертвый олень лежит, серьезно. Он с открученной башкой. Он рядом с капканом, короче, этот умник, блядь, положил дохлого оленя, слышишь? Может, пойдем сходим, посмотрим? Давай. Он прям скрутил этого оленя. Слушай, бошку ему оторвал. Пошли. Да ладно. Да посмотри на камере второй или третий. Там, где дерево повалено. Оху. Видишь? Пошли посмотрим. О. Хитрец, пиздец. Так, стоп. Ладно, пошли. Я батарею пока не буду пополнять. Пошли пока что. Пойдем. Так, озираемся по сторонам. Не, парень какой-то умный. Слушай. Мне кажется, что там ужас. Ну, с давай время. Посмотрим. Так оторвать бошку, а зачем? Не знаю. Может он как в рейке подкинет потом бошку. Во, смотри. Ого. А, не, он не оторвал ее. Не оторвал. Просто олень рядом был. Мне кажется, олень попался. Нет, ты че, как он мог попасться? Твою мать! Твою мать!
Вот он, убегает. Иди. Я его под... Стреляй. Он застрял. Он застрял, да, давай стреляй. Сейчас. Застрял, давай. Фигач. Давай. Стреляй. Почему мы всегда игры ломаем, Даня? Он убегает, пошли. Где он? Вот, он опять застрял. Дебил. Кстати, а почему он голый? В смысле голый? Он какой-то голый. У меня патрона нету, правда. Блин, у тебя датчики есть? Нет, я все в него всадил. Черт, убегай. Бежим за ним. Убежали. Господи, мы все ломаем с тобой. Да блин, реально, мы все игры с тобой ломаем, Данька, почему так? Ну да. Он, кстати, резко появился, как будто телепортировался. В итоге, туристов мы не нашли, меня Бигфут ударил. Да, меня не ударил. Но он застрял. Твою мать! Даня! Ты меня убил, что ли? Даня! Я думаю, у меня нет патронов, Даня! Данька, нет! Я мертв. Нет! Данька! Ты меня убил, Саша! Данька, прости! Ты собака! Ну... Я не знаю. Живи. Где-то рядом бегает. Бигфут где-то рядом бегает. Данька, прости, пожалуйста. Я умер просто с одного выстрела. А ты видишь, где ты лежишь? Нет, я за тобой могу смотреть, как знаешь, в играх. А, давай. От третьего лица. Я могу тебя залутать как-то, блин. Данька, прости, пожалуйста, я не хотел. Я такой думаю, господи, что он стрелять научился, что ли? Бигфут, бля. Кстати, Бигфут какой-то не Бигфут, слишком какой-то большой абориген. На самом деле, я ожидал увидеть. Ты что, он волосатый? Он не волосатый, у меня лысый он. Ты, наверное, потому что хэйр отключил. А, точно. Чувак, он такой, он прям как Бигфут выглядит. Прям над моделью очень постарались, да. А у меня он лысый, вот может... А потому что ты это хэйр отключил, NVIDIA. Ну, точно. Лысый Бигфут, бля. Ты посмотришь у меня, капец, он смешно выглядит. Он реально, он такой, знаешь, голожопый абориген. Без волос. Серьезно, это очень забавно. Он у меня полностью волосатый. Как трава, знаешь, вот это вот. Ну я понял. А у меня нет, у меня он совсем другой. Лол. Значит, вот что. Значит, если убрать волосы, он будет как человек. Просто большой человек бегает. По-моему, наверное, это угарно. Ну да, но я включу Hair NVIDIA все-таки на среднюю. Так, смотри, Данька, там... О, ты в него датчиком ебанул, и теперь его видно по карте. Даня, да ты попал по нему. Да ладно. Да, я сейчас за ним побегу. Круто. У меня 4 выстрела, но я его не убью им. Так, он жалко, куда-то забегает. Я не могу появиться. А? Он куда-то забегает. Он далеко? Нет, ну не так далеко. Бля, мне через реку придется бежать. Ну сейчас я ему наперерез побегу. Ну да. Хуй лохматый. И если у тебя ничего не получится, то попробуем в следующей серии. Да, чуваки, по-моему, игра интересная, кому нравится, говорите. Да. Я думаю, обязательно в следующей серии мы убьем этого кека. Да. Так что, мне через мост придется перебежать, чтобы добраться до него? Потому что я ему... Он далеко от тебя? Нет, недалеко. Стоп, а ты Q можешь нажать? Чё? Q нет, я не вижу, я ничего не могу, кроме как... Я вообще ничего не могу. Просто слежу за тобой. Наверное, ты сейчас свою пещеру найдешь, и нам будет проще в следующий раз. Наверное. Если ты его сейчас пещеру найдешь, мы в следующий раз сразу туда и пойдем. Кстати, можем стримы пилить по этой игре, по-моему, интересно. А, я думаю, интересная игра, на самом деле. Да ё-моё, я бежать не могу, он у меня устает. Ну, конечно, лысый абориген, это очень смешно. Я его, наверное, даже на превьюшку поставлю. Ты заскринил? Нет, я вырежу из видео. Так, чувак, датчик, он, видимо, достал датчик. Да, не показывает больше? Да, больше не показывает. Ну, естественно, если у тебя будет какой-то большой укол в заднице, тебе тоже не понравится. Не странно, сделали бы так, да, типа, что он реально его вытаскивает, он где-то лежит и показывает фейк. А, да, кстати, это было прикольно. Да, разработчики, я думаю, что, наверное, посмотрят видео наше и... Ребята, так что давайте добавьте такую функцию, я думаю, что это интересно. Ты умер? Я упал. Это здание слишком сложное для вас.
Ладно, ну давай тогда остановимся здесь и продолжим в следующей серии, да? Да, чуваки, вот такая интересная игрулька у нас. То есть датчики движения, это, конечно, идеально все. Вот. Да. Но Даньке нужно мечи стрелять. Чуваки, в следующей серии это покажем, например, как лучше охотиться нам на Бигфута. Да, и мы обязательно его убьем. Да, так что давайте, чуваки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите хорошие комментарии. Всем пока. Пока-пока!